Консоли хочу играть, я не понимаю. Это дичь какая-то, этот Бэтмен. Графон мыло, блядь. Управление хер знает какое. Тупо даже FPS, даже лог с FPS не сняли. Прикинь, насколько Warner Brothers похуй. Они ссут вам в лицо. Нам! Не вам, нам, всем. Они нассали нам всем в лицо. Картинка пиксельная. Серьезно? Что, ты сегодня один играешь? Да, похоже, один. Я смотрю, лагает. Битрейт предельный или можешь выше? 4,5 битрейт. Дропов пока нет и, собственно, не лагает. Так что... Сейчас, когда я открою свой стрим, знаете, что я сделаю? Это будет умнее всего сейчас. Поступить таким образом и посмотреть самому. Угу. Сейчас все равно пока раздупляемся. Крафтинг. Пока стрелы поделаю. Я могу сделать 10? Надеюсь, могу. Парни, не знаю, у меня заебись. У меня все работает так, как надо. И по качеству написано дропов 0, так что... У меня для вас плохие новости, блядь. Я бы мог поставить много качеств, но... Партнерская программа Twitch считает, что я слишком слаб, наверное. 10 стрел нам более чем достаточно. Все, настало время приключений. А лемур будет? Но это уже от него зависит, я не знаю. Кроме хиси, будет ли что-то еще? Будет. О, первая деревушка. Можно отмудохать кого-то с кулака, можно отмудохать кого-то с лука. Проверим стрельбу. Представим, что камень — это потенциальный противник, блядь. Я его выебал. А значит, с настоящим потенциальным противником проблем не будет. Где моя стрела? Отдай мне ее назад. Пидорас, он спиздил мою стрелу. Ну да ладно. Картинка норм, дропы 0, чувак пишет, я ему верю. О, здесь же можно было раньше лутать машину. Вот, если бы я видел в этом, в дейсмоде такую тачку, я бы сказал, что на ней можно поехать. Вот правда, да. Весьма полезная изолента. Наверное, добавили всякого невероятного. Вот, знаете, я не очень люблю сейчас крафт в играх, реально, я к нему охладел. В мультиплеерных играх это важно. Кусок клоса, чтобы потом сумку себе сделать. И что я еще взял? Скрап металл. Я уверен, из него что-то можно будет замутить. Нихуя себе, футболочка. Но пока что все идет как по маслу. Как относишься к тому, что Fallout 4 тоже будет при 30? О, парень, ты хочешь захуяриться? Их тут двое, блядь. Что с моим луком? Я понял, давайте захуяримся, блядь. Блядь, они со всех сторон обложили меня. Я понял. Так, минуточку. Они хотят меня просто хуярить. Рекс! Следующий, блядь, я не играл в эту игру несколько месяцев, блядь. Нихуя, у него пушка. Ха, попал. Рэк 2. Еще пидорасы имеются, блядь? Пиздюшня ебаная, поговорить со зрителями не дают. А. Хуёбки. А. О чем мы там с вами говорили, ребята? Не напомните мне. 9% хп, могу умереть. Модерит, надо еще вязаться, пацаны. 11% все еще кровь. Вообще буду вязаться до конца. Только, блядь, зашел повыживать. Пиздюшня напала. MLG, guys, блядь, MLG. А хули они думали, блядь, что так просто нахуй на императора нападать? Без последствий. У меня стрелы-то остались. Еще 4 стрелы. Так, этот парень явно не внушает ничего хорошего нам. Чпок, он еще жив. Печальная ситуация. Стрелы-то заканчиваются. Он ловит стрелу, но ему похуй. Ну-ка, бам! Изи катка. А кто стрелял? Я что-то не успел ничего понять. Ебать, братан, а у тебя... Блять, у него тут винтовка, нахуй!
Пистолет парень занес лута папочке, блядь. Папочка благодарен. 9-миллиметровые патроны, бинты. А где сумки, пацаны? У вас что, нет сумок с собой? Что вы за бомжи, если у вас нет сумок? Я буду долго тупить с лутом, серьезно, потому что я не знаю пока, как этим, с этим быстро разбираться. Ну-ка, посмотрим, у второго сумка была. Антибиотики, тоже винтовка, блядь, грязная вода. Стоявшаяся вода. Тракерский шапка. Комбат найф возьму вместо фонарика. 875 и 720. Блять. У меня одна стрела, и ты, братан, не вовремя. Search loot. Слушайте, ну они оба без рюкзаков, по-моему, а я без стрел остался. Фонарик нахуй, пистолет в хуй. Почему он не выкидывает его? Положи его нахуй, дроп. Кушать я не могу пока. Оставим это на месте. Надо быстро забрать все, что меня интересует, и съебаться. Типа воды вот это. Я не могу ее никуда... А вот, могу этот взять. С прицелом. Не хочу. Возьму то, что... А вот сумочка же, да? Это сумка, правда? А я могу в сумку еще себе положить этот ствол? Нет, не могу. Нож могу. Нож могу. Надо бы съебываться отсюда все-таки, кто мог услышать выстрелы. О, возьму стрелу. Одна стрела всегда хорошо. Так, ну что, здравое начало, блядь. Пистолет, да взял я. Бичата. Стрелы не забудь лутануть. Да-то я там взял, там одна вроде была. Сейчас мы еще настрижем. Надо потихоньку лечиться бинтами, которые я у них спиздил. Хотя как спиздил? Аллах свидетель, блядь, я защищался. И вы все, ребята, здесь видели, что... Бесед сказали, что не будет ограничения. Твиттер читает. Да, я тоже, типа, услышал выстрел от лука. Нет, чувак, кто-то стрелял с винтовки, блядь, я не шучу. Возможно, один из этих пидорасов понял, что ему не выиграть. Так это, о чем я? Я думаю, Fallout 4 будет без ограничений на FPS. Я надеюсь. Запись будет, ну конечно. Чтоб мое ХП. Ну там я на 7% ХП выжил, если что. Рекламку магазина я поставлю чуть позже. Повыше. Дабы всем было удобно. Просто. Я хочу съебаться побыстрее. А потом уже общаться. Давайте соберем палочки. Ребята, запустил H1Z1 впервые за 4 месяца. Так что буду по-страшному потупливать. Но ебальники бью с той же силой. Я могу одновременно крафтить и бежать. 3 стрелы всего. Нет, стой, какие бинты? Остановись, блядь, Маринка Сарумана. Бинты не нужны. Или нужны? Я думаю, нужны. Использовать еще один. Стрелы давай. О, 7 стрел. Мне более-менее чем хватит. А там было крафт макс. Уже удобно. Нет, нужно стоять на этом на месте при этом. Не очень хорошо. Что думаешь о Думе? Вроде неплохая игра. Физи добавили калаш. Ништяк. У нас есть патроны и пистолет. Ну-ка, заряди его. Неужели ты не можешь? 9 мм? А, ты АЦПшными стреляешь. А на винтовку есть что? 0 патронов. А вроде были 380, а тут нужно 308, что ли? Да, тогда, возможно, они даже не стреляли. Нет, ну вот же, нет, 380. Возможно, они не стреляли. Я не понимаю, почему у меня так мало стрел. Потому что я так мало их скрафтил. Флэр, выбрось, пожалуйста. Нахуй он тебе нужен вообще? Поджечь. Давай, ставь его сюда. Ну придумай что-нибудь уже, блядь. Боже. Эта игра слишком сложна для меня. Я могу в ней только убивать. Шус, как тебе новый АС? Наверное, это Assassin's Creed. Дело в том, что я не фанат серии Assassin's Creed, поэтому никак. Шус, будет марафон по Fallout 4? Будет прохождение? Будет лучше.
Я заметил, что сейчас очень популярное стало явление завалить контент. Все, что видишь, то заваливаешь. Не, я не такой человек. Я могу сделать две серии в день. Ну, три максимум, понимаете? Это если прям сильно увлечен. Прям хайп, 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 хайп. Но вот именно ебашить нон-стопом вот это вот, не, это какая-то дичь. Это уже конвейер называется. Это уже не с душой, а хуй пойми с чем. Ставить на поток свои видео я не собираюсь. О, ягодки! Что-то осталось прежним. Интересно, где я нахожусь? Опять же, как-то знаете, что мне неудобно? 72% хп, надо вязаться. Нон-стоп. 63% еды, воды. Не видно, у меня у самого не видно моего хп справа снизу. Кстати, может я какую-то кнопку хуевую нажал, ребят? Кто подскажет мне? Шуся, Бэтмен новый будет? Новый Бэтмен ужасен, ребята. Это ужас. Разработчики нового Бэтмена наплевали на всех. На меня, на вас, на эту панду, на всех. Наплевали. Конкретно наплевали. Шус, какая задержка? Минимальная. Шус, я, конечно, понимаю, что Skyrim не совсем играет для записи. Да, но Skyrim уже, я думаю, все посмотрели. Я думал его как-то постримить, но потом подумал, что это тоже не очень хорошая идея. Лучше разбивать лица ваш One Z One. Вот я зашел. Уровень игроков здесь остался на том же уровне, когда я его покидал, судя по всему. А я быстро буду есть ягодки? Нет, так он не ест. Давайте до 70% себя догоним, чтобы чувствовать себя вальяжно. 94% хп. Все прекрасно. Жизнь хороша, блять, когда пьешь не спеша. Запись будет? Будет, друзья мои. Макс, сколько будет стрим? Да я сам не знаю. Посмотри в настройках, там была кнопка скрыть или показать статус бар. Его еще можно было перемешать. Controls. Food resources, может быть? Ух, ебать, что случилось? О, на F, спасибо, да, это был Food resources. Я в душе не ебу, где я нахожусь. Какой Бэтмен тебе больше понравился? Мне очень понравилось Arkham City и мне очень понравился Arkham Asylum. Это, я считаю, невероятно. Instant Classic, знаете? Тупо Instant Classic. Будешь стримить Морвин? Да нет, наверное. Хотя это было бы весело, скорее всего. Шустый, Игру Престола смотришь или читаешь, на чем остановился? Я читал ее, забросил. Ну, смотрю, да. Вот эти вот парни вдвоем захотели Богу Огня, которые были, судя по всему. Оформляй партнерку, пожалуйста, пиксели, пиздец. Оформляй партнерку, пожалуйста. Оформлено с мая месяца, кажется. Twitch считает, что я недостаточно суров для этой платформы. Наверное. Какую мышку сейчас используешь? Сенсей. Очень хороша. Мне прям нравится, только, блядь, когда я ее достаю из-под стола. Макс, какую игру ждешь после просмотра E3? Doom жду. Fallout жду. Division уже перестаю ждать. Трудно сказать что-то определенное. Много проектов было представлено нам. Надо часто стримить. Да, наверное, надо. Наверное, надо. Макс, а поехали в мирный уголок Лаёши? Да ну. Сегодня выживание, блять, нон-стоп экшен. Звал Терентия во все, что только мог. У Терентия как будто песок в вагине. Терентия, если ты это слышишь, у тебя песок в вагине. С тобой невозможно ни во что, кроме доты, играть. Невозможно. Он просто отказывается. Он говорит, я не хочу, я не хочу, я не хочу. А давайте в доту. В чем прикол? А здесь самолеты вообще летают? Периодически. Слушай, панда, панда-миньон, открой окно. Душно, пиздец.